Осмотр готовности техники перед началом зимнего сезона – это ежегодное мероприятие. Задачу поддержания достойного уровня благоустройства и безопасности дорог в нашем городе выполняет МОБДОР. В зимний период это расчистка улиц от снега, протяженность которых в городском округе составляет около 200 километров. В этом году объем работ увеличивается. Предприятие будет очищать и тротуары. В ходе осмотра глава администрации Борис Беляев интересовался состоянием техники и готовностью работников качественно выполнять свои обязанности. Готовы? К работе такой мощный. Критика же водителя очень сильно будет. Вы будете тротуары чистить, да? Вы, пожалуйста, как вот чистить надо? До асфальта, чтобы наши потом же люди, кумертавцы, могли ноги себе не сломать. Попробуем давать хорошо чистить, ладно? Рабочие, которые обслуживают машины, говорили о том, в каком техническом состоянии находится каждая из представленной техники. Роторы, тракторы ДТ-75, грейдеры, погрузчик на базе К-700, коса и лопата. В этом году приобретены два навесных оборудования для МТЗ. Большинство техники задействовано на разных работах в течение года. И несмотря на то, что многие из них выработали свой ресурс, опытные механики-водители вовремя возвращают машины в строй. К уборке снега технику, которую можно привлечь, у нас 39 единиц. Из них готовность составляет порядка 90-95%. Это связано с тем, что в основном техника вся на ходу, но она требует текущего ремонта. Это из-за того, что техника уже старая, можно сказать, изношенная. Одной из серьезных проблем на предприятии является и кадровый вопрос. Не хватает водительского состава, именно машинистов, грейдеров, бульдозеров и экскаваторщиков. Средняя заработная плата для людей, кто, например, заинтересуется в зимний период, когда напряженная работа, где-то от 20 до 30 тысяч. Такой разбег, это зависит от выходов, если человек на ремонте, это понятно уже там все. Вопрос готовности техники к зимнему периоду находится на постоянном контроле руководства города, так что такая проверка не последняя. Сегодня с Борисом Владимировичем посмотрели, состояние техники нормальное, у нас есть еще время поправить все те замечания, которые необходимы для того, чтобы привести технику в готовность к зиме. В общем-то, в принципе, ситуация неплохая. Сейчас есть очень большой вопрос по обеспечению кадрами. То есть не хватает, на сегодняшний день не хватает 8 механизаторов. Будем работать по этому вопросу. Конечно, это не последняя проверка, которая будет. Мы будем еще смотреть ближе к тому, что когда уже выпадение осадков. И в этом году мы постараемся, конечно, чтобы наш город был намного лучше. В ходе встречи разговор шел об обеспечении оперативной уборки снега зимой. Как и в предыдущие годы, в первую очередь будут очищать дороги, по которым осуществляет движение общественный транспорт. Также будет производиться вывоз снега. Айгуль Мухаметшина, Ильнур Аминов, новости.